На конкурс дети читают стихи. Кузнецов Андрей, 17 лет, студент Курского автотехнического колледжа. Константин Симонов, жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест, всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в том, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждет меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.